Дорогие друзья, добрый вечер. Вы знаете, мы с Лешей здесь радуемся, мы веселимся, и мы только что пили чай перед эфиром. Знаете, такое хорошее-хорошее настроение, чудесного вечера. И спасибо большое, что вы подключаетесь. Конечно же, вечер можно провести по-разному. Кто-то, может быть, посмотрит фильм, кто-то может быть, в семье пообщаются о чем-то, поиграют во что-то, кто-то пойдет на прогулку, и это тоже все хорошо. Делайте что-то по настроению, вот то, что вам нужно, то, что вас благословляет, но также можно провести этот часик, ну чуть больше часик, может полтора часик, провести его рядом с Иисусом, потому что у Иисуса так много всего приготовлено, и пишите, пожалуйста, откуда вы... Мы поприветствуем сейчас некоторых людей, и потом мы включаемся. И вы знаете, я сегодня перед эфиром, когда я молился за вас, за эфир, я спросил Иисуса, а если бы ты был на моем месте? Вот представляешь, Иисус, ты сидишь в кресле, смотришь в эфир, люди видят тебя. Что бы ты им сказал, что бы ты делал? И Иисус мне сказал, что я бы просто раздавал подарки, я бы просто раздавал дары и чудеса, и я бы, он мне сказал, я бы сказал им, что Бог Отец любит вас. Это то, что Иисус сделал бы на моем месте. А так как Иисус сегодня во мне и со мной, как и с вами, он говорит вам, что Бог Отец любит вас, а Иисус сегодня готов раздавать подарки. Знаете, друзья, что может произойти в этот вечер? Казалось бы, вы сейчас подключились к эфиру, да, и бывает такое, что у тебя ожидание на пике, а бывает ожидание не на пике. Кому-то нужно чудо исцеления, кому-то нужна новая часть тела. И я молился сегодня, говорил, Господь, пусть 10 человек минимум получат новую часть тела, удаленную или умершую, сотвори что-то. Я очень этого хочу. Вот. Но с другой стороны, ты можешь дать Богу чемпионский запрос на то, что с тобой сегодня что-то произойдет. И либо ты получишь повеление от Господа, либо ты получишь откровение от Господа. Что-то, что меняет жизнь. Я помню, бывал на собраниях, и казалось бы, да, это сильно. Мы любим Иисуса, мы хотим услышать Слово Божье, мы хотим молитву. А потом, понимаете, что-то происходит, и ты понимаешь, что вся твоя жизнь... Она изменилась. И после этого вечера потом ты смотришь назад и смотришь, как в твоей жизни все умножилось. Помазание умножилось, власть умножилась, чудеса умножились, деньги умножились, мир умножился, результаты умножились, пределы расширились. Близость с Богом усилилась, и ты понимаешь, что твоя жизнь вообще другая, она настолько переполненная, в твоей жизни все переливается через край, и ты смотришь, это было в тот вечер, в который мне казалось, может быть, ничего не произойдет. Но поймите, друзья, Иисус, его имя, что-то произойдет особенное. Или же его имя ⁇ Я есть ⁇ которое обозначает ⁇ Я буду тем, кем я буду ⁇ Другими словами, он говорит, я буду тем, кем тебе нужно, чтобы я сегодня был. Это имя я есть. Я в, один из, в одном из эфиров хочу учить об этом чудесном имени, которое он сказал, я есть. Поймите, когда Бог открылся Аврааму с определенным именем, что-то повлияло на Авраама. И Бог всегда открывал себя под разными именами. Но когда он Моисею открылся с именем Я Есмь, Именно с этим именем он был послан в Египет, все исцелились, все освободились, все стали богатыми. То есть произошло проявление полноты э, освобождения для Израиля. То есть другими словами, это то, что мы получаем в Иисусе. Полноту искупления. И это происходит с именем Я есть. И имя Божье Я есть обозначает, я буду для тебя тем, кем тебе. Нужно. Если тебе нужно сегодня исцеление, он говорит, я буду для тебя исцелением. Если тебе нужно утешение в твое сердце, я буду для тебя утешительным. Если ты хочешь пережить мою любовь так, что она вымывает тебя изнутри, выворачивает тебя изнутри, выворачивает и начинает доставать какие-то шипы изнутри тебя, которые причиняли тебе долгое время боль, я буду для тебя любовью. Если тебе нужно созидательное чудо, он говорит, я буду для тебя творцом чудес если нужно быть путем через море среди моря он придет и скажет я есть им путь вы понимаете если тебе нужен пролом в стене он скажет я приду как бог прорывающий то есть если тебе нужны деньги он скажет я буду для тебя сегодня эльшадаем богом больше чем достаточно если ты хочешь э, подарки я буду любящим отцом я буду любящим отцом для тебя, который э, не даст камень, если дитя просит хлеба, как сказал Иисус. То есть другими словами, он говорит: ты мне скажи, кем я буду для тебя. И когда люди приходили, э, приходили к Иисусу, если человек приходил прокаженный, Иисус был для него очищающим. Если приходила женщина или привели женщину. Э, которую застали в прелюбодеянии и винили, он сказал, я буду твоим оправдателем. Но ну, мы не говорим, что этим надо заниматься, но мы, мы смотрим на Иисуса. Вы понимаете? Если Петр говорит, я, Господи, я так тружусь, так много прилагаю усилий, но нет у меня достаточно результатов. Он говорит, я буду тем, кто наполняет сети. Аллилуйя. Дайте Богу сегодня задание. И религия сразу скажет, как это ты можешь дать Богу задание? Люди так могут сказать, только те, у которых нет детей. Мне моя дочь очень дает задание. Она говорит, папа, я хочу киндер. А знаете, она мне уже сейчас не дает задание. Я сам их выполняю до того, как она меня что-то попросит или мой сын, потому что я знаю, что они хотят, что им нравится и что они любят. Я делаю это на упреждение. Слава Господу. Слава Богу! О, я, я вас не успел поприветствовать, откуда вы, но поймите, помазание здесь. Да, вы знаете, я сегодня жду такого чего-то особенного от Иисуса. Я чувствую славу Божию здесь, уже в начале эфира. Я чувствую, знаете, энергию. Леша, я сегодня чувствую энергию, как электрическую, вот на, на этой камере. И нам надо еще две камеры. Присоединяйтесь, поучаствуйте, чтобы мы могли приобрести еще две камеры, и ваше участие будет снимать эфиры. Нам очень нужны две камеры вообще студия. Присоединяйтесь, поучаствуйте, будет весело. А, слава Господу! О! Аллилуйя! Кто-то скажет, у меня есть долги. Он говорит: Я буду для тебя тем, кто покрывает твои долги. Слава Господу! Если тебе нужен друг, он говорит, я буду для тебя другом. Поймите, слушайте, я не могу, друзья, от этого оторваться. Это имя «Я есть. оно настолько всеобъемлющее. Поймите, когда он открывался, говорит «Я целитель», значит, он движется как целитель. Правильно, все хорошо. Когда он открывался «Эль-Шадай», он, он двигался в обеспечении. Когда он открывался «Господь Саваоф», Бог воинств. Он начинает воевать за свой народ, за своих детей. Когда он открывается Иегова Циткину, Господь, праведность моя, он действует в направлении и рамках оправдателя. Когда он открылся с именем Иегова Микадеш, Господь, святость, он проявляет свою святость, он отделил себя от себя и прилепил себя к тебе и отделил себя от тебя от себя и прилепил тебя к себе. Вот это и есть святость. Это очень круто на самом деле. Тогда это будет происходить. Когда он открылся с именем Иегова Шама, Господь, пребывающий здесь, ты переживаешь его присутствие. Когда он открылся Моисею с именем Иегова Канна, Господь ревнитель. О, я, я обожаю это имя, его ревность. Он ревнует о тебе. И Библия говорит, до да ревности любит Дух Святой, живущий в вас тогда ты понимаешь, что ему не все равно, что касается тебя. И есть разные, разные имена. Он открылся к Моисею с именем Иегова Господь, победа моя. Если что-то является поражением в твоей жизни, он приходит и он начинает побеждать. И это очень круто. Гедеон, он открылся с именем Иегова. Шалом! То есть, я даю тебе мир. А у Гедеона не была такая уже и простая ситуация. Если я не ошибаюсь, не Они пришли, и они просто э, топтали и сжигали урожаи Израиля. И они даже не использовали для себя, оно им не надо. И оно, они просто урожай убивали. И Гедеон, у него 300 человек, и там армия 160 тысяч какой тут мир? В сердце тут беспокойство, тут паника. А Бог говорит, Гидеон, я твой мир. Хорошо, Господь. Побежали 300 человек с кувшинами огнем и прогнали всю эту армию. Вы видите? То есть каждое имя Божие, оно имеет свое направление. Но когда он пришел к Моисею, и этот прообраз искупления народа Божьего для нас с вами, он открылся с именем Я Есть, которое включило в себя и обеспечение, и исцеление, и освобождение, и Бог чудотворец, и, и Он вывел из, из Египта. А для нас это кто это имя пришел? Кто пришел под этим именем? Садукеи пришли к Иисусу или фарисеи, не помню кто, Иоанна 8:25 И говорят, кто ты? А он говорит, я есть. Вау! <laughs> То есть, оказывается, оказывается, когда с Моисеем был у Бога разговор, кто с ним говорил? Иисус! Он послал Моисея в Египет чудесами и знамениями. А нас кто послал в этот мир чудесами и знамениями? Иисус! Понимаете? Они пережили искупление, исцелились, освободились, были богаты, а кто ранами, чьими мы исцелены, нищетой кого мы обогащены? Он говорит, Я Есень! Это Иисус разговаривал с Моисеем. Вау! Он открылся, и в Иисусе есть вся полнота имен Божьих. Но Иисус принес одно имя, которое не было открыто израильтянам. Знаете какое? Бог Отец. Ой, мой Господь. И он умер на кресте, воскрес из мертвых, послал нам Духа Святого, который рождает нас выше, и мы стали детками Божьими. Поймите, я помню, эта песня была ⁇ Счастье, радость, красота, все в имени Иисуса ⁇ и я там уже свое придумал, потому что я не помню: здоровье, исцеление, радость, мир, все в имени Иисуса. И я добавлял свои слова: победа, процветание, помазание, чудеса, все, в чем нуждаюсь я, все, в чем нуждаюсь, к чему стремлюсь, все в имени Иисуса. И потом поешь Иисус. Иисус, ты мой путь, ты моя судьба. Иисус, Иисус, авторская добавка Богдана Кинзерского, ты все для меня, ты судьба моя. Вы понимаете, он говорит, я есть им, я буду для тебя. Это еврейский перевод. Я буду для тебя тем, что тебе надо. Аллилуйя. Сегодня э, я молился за эфир и говорю, Господь, я хочу с тобой э, как с другом пройтись. А иногда я говорю с ним, как и перед эфиром я молился, я обратился к нему как к господину жатвы. У меня вообще есть слово о жатве чудес, о жатве исцелений, о жатве освобождения, о жатве спасения. Пока не могу перейти, я говорю, Господь, ты же господин жатвы, ты послал нас на жатву. И мне нравится, знаете, фраза, которую я попросил Лешу сегодня выставить эфир в YouTube. В фейсбуке фраза эфира называлась по-другому. Но в YouTube она по-другому. Она в Ютубе звучит так. Еще больше чудес. И мне так понравилось. Я не знаю, как эта фраза пришла ко мне, но она мне так нравится до сих пор. И мы говорим, Иисус, еще больше чудес. А как это может произойти? Во-первых, ты нуждаешься в еще больших чудесах. Я надеюсь на это. Второе, ты можешь стать тем человеком, через кого произойдут еще больше чудес. И мы все в эфире распространяем чудеса на следующей неделе. Кто сейчас в эфире? И еще больше чудес происходит. Глухие уши открываем, слепые глаза открываем. И так весело. Когда будете идти по улице, и у вас будет вдохновение за кого-то помолиться, э, подойдите, помолитесь, и вы увидите, что Иисус действует через вас. Поэтому Иисус говорит, я есть им. Слава Господу. Хорошо, вы ожидаете чуда сегодня, вы ожидаете прикосновения Господа, слава Богу, хорошо. Ну, друзья, я вас приветствую всех. Я вас приветствую. И простите, пожалуйста, что я не поназывал ваши города, но я потом буду просматривать... Просматривать... Леша, как она называется? Комментарий. Кстати, я, я так наполнил, Господь, наполни каждого человека в эфире. И знаете, мне уже подсказывают и говорят: Богдан, ну вот поручи кому-то. Попроси кого-то, чтобы комментарии читали, выписывали исцеление, все. Но я, я вот говорю, не, я чувствую, что я пока сам хочу. У меня правда есть на это время, у меня есть правда на это желание. Я действительно читаю ваши комментарии на следующий день, через пару дней, потому что мы собираем э, в итоге свидетельства. И вот уже за... Это какой у нас эфир в этом месяце? Четвертый? Ну вот... Или пятый? Или шестой? Я уже не помню. А, это шестой эфир. Вот за первых четыре эфира в этом месяце было 300, 318 свидетельств. И то, понимаете, это, это минимум то, что я написал. Потому что иногда люди пишут свидетельства, и там непонятно, они в вере или они действительно получили свое исцеление. И я помню, меня один человек спрашивал, или меня там, один человек как-то предъявил претензию кому-то, что я неправильные цифры даю исцеление, и я говорю: зайдите в эфир. И почитайте, все свидетельства остаются, можете сами посчитать, и вы их насчитаете больше, потому что я всегда минимизирую, что я точно вижу, что человек написал или пишет мне лично. Слава Господу. Может быть, кто-то из вас уже получает сейчас свое свидетельство, и дети будут исцелены. И Господь мне сказал, что у кого-то вывернутая коленка или вывернутая кость на ноге, и я просто увидел, что Господь вправляет ее обратно. Если это есть у вас, положите, пожалуйста, руку э, на ваше колено или на выгнутую кость, либо ноги, либо руки, но я видел, по-моему, ногу в своем духе. И скажите, я от, я не принимаю искривление моей кости э, в моем теле, которое вот колено или нога, и прикажите стать на место. И, пожалуйста, напишите, э, не знаю, успеем ли мы увидеть это, но в любом случае, напишите ваши свидетельства. Может быть, вы вчера исцелились и не писали. Еще, пожалуйста, напишите, что с вами произошло, Бог благословит вас. Слава Господу. Мы также сегодня включили трансляцию в Инстаграме. И ребятки, которые смотрят в Инстаграм через 59 минут от начала эфира. Вы же знаете, да, в Инстаграме только час. Будет выключение, но буквально через 15 секунд эфир вернут, и все равно а, присоединяйтесь. Слава Господу! Может быть, вы сейчас, а, те, кто в YouTube, или кто в Facebook, или в Instagram, поделитесь этим эфиром, а, пусть, лю, пусть эта сила Божья течет к другим людям на вашей страничке. Представляете, вы предоставляете Иисусу возможность а, тоже, чтобы кто-то увидел и получил свое исцеление. Слава Господу! Дорогие друзья, давайте помолимся, и я передам вам короткое слово, и вы знаете, я уже готов молиться за вас, я хочу молиться за вас. А, слава Господу. И то, что Господь иногда побуждает меня делать, я это делаю без стеснения. Я вам хочу сказать, что если Бог расположит ваше сердце, сделать пожертвование в это служение, которое Бог доверил нам, чтобы мы могли иметь свою студию, мы могли распространять силу Божию чудеса еще для большего количества людей, еще более качественно, вы можете написать мне в личное сообщение, и мы вам скажем, как это сделать, если Бог расположит ваше сердце. Слава Господу! Скажите со мной, я новое творение, я побеждаю, Скажите еще больше чудес. Слава Господу. Господь Иисус, мы любим Тебя, мы благодарим Тебя, мы превозносим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Ты великий, я есть. Я есть, который покрывает все сферы жизни. Понимаете, Бог не может действовать в вашей жизни только естественными путями. Ну, не может такого быть. Обязательно будет его чудотворное вмешательство. И поймите, Бог настолько уникален, что он начинает действовать и давать тебе ответы в самых малоожидаемых местах для этого и в самое неподходящее для этого время. Он не ждет неподходящего времени, он не выискивает специально неподходящее место. Он как бы не ставит критерием, что человек, он как бы как будто бы ни на что не способен, а он приходит, его призывает, помазывает и потом использует могущественным образом. Нет, он не делает, он, он, он не загоняет нас в угол нашей ситуации, нашей жизни, нашей способности, чтобы это ни было. Нет, он это делал, не делает. Мы сами туда иногда себя загоняем, но он приходит. И в самом, знаете, маленьком месте проявляется великий Бог. И там что-то начинает происходить. Послушай меня внимательно. Твой город даже не подозревает, кто в нем живет в твоем лице. Более того, скорее всего, что ты даже не подозреваешь, кто ты. Для этого города, и кем ты мог бы стать? Я почему-то сейчас вспоминаю: здесь недалеко от Киева, и Житомирская область. Раньше Житомирскую область во времена Советского Союза знаете, если хотели пошутить над какой-то областью, жит... ой, я чувствую славу Божию, друзья! Я чувствую славу Божию. Хотели пошутить на какой-то областью, называли Житомирская область, или ты, ты что, Житомира? Знаете, как там? Я извиняюсь со всей ну, со своей любовью, но чтобы вы поняли, в чем момент. Там делали анекдоты про Чукчу да или там про Молдаванина. То есть, конечно, этого не надо делать. Но вот над Житомиром всегда прикалывается. И если вы смотрели фильм "Бриллиантовая рука", то там есть такой момент, когда на подиум выходят. Ну, вот женщины, которые как модели, и ведущие объявляют, а вот этот вот костюм занял шестое почетное место на межобластном житомирском конкурсе. Почетное шестое место, да еще и в Житомире, понимаете? И казалось бы, ну что может быть такого в Житомире? Конечно же, по секрету вам скажу, я знаю, почему Житомирскую область обзывали, потому что там много евреев жило. Понимаете? Там был народ Божий. Но вопрос не в Бердиче, в Житомир. Там много было из народа Божьего. Но поймите, вопрос не в этом. Но в этой Житомирской области, которая была посмешищем для многих, многих, многих людей, там однажды родился Сергей Королев. И родился этот мальчик, который, казалось бы, ну в каком-то там поселке. Казалось бы, просто мальчик. Не в столице. И человек, который повлиял на весь ход и устрой жизни, в котором мы сегодня живем. Тот же, те же космические корабли, сотовая связь, Wi-Fi, все, чем мы сегодня пользуемся, тот же Илон Маск, да кто бы что бы ни было связано со средствами массовой информации, все это началось благодаря Сергею Королеву, который проложил дорогу в космическое пространство. Вы понимаете, он как бы уже люди, которые пришли после него, тот же Стив Джобс, тот же... Кто связан вообще? Короче, Илон Маск, короче, все, Марк Цукерберг, все, что все сейчас есть, в итоге это все выросло на дереве, корнями которого был Сергей Королев. О чем я хочу сказать? Никто даже не знал в то время, может быть, и он даже не подозревал, кто родился в этом поселке. Люди не знают на самом деле, кто ты и кем ты можешь стать для них, ходя с Богом, позволяя ему положить в твое сердце мечту позволяя ему дать тебе страсть в определенном направлении. Вы знаете, я хочу похвалиться Господом, но я не стесняюсь этого делать. Я недавно, знаете, мы гуляли с Иисусом, и я вспомнил, и я просто вспомнил, как я прогуливал школу, и я бегал всегда в кинотеатр. Я очень любил ходить в кино. Я иногда, знаете, а кино стоило 10 копеек. И я приходил на фильм, посмотрел фильм, вышел, купил билеты на этот же фильм и опять шел на него. И иногда я в кинотеатре сидел буквально один или два, три человека, потому что утром не ходили в кино. И я как-то со стороны себя вот увидел, и я разговаривал с Иисусом. И я говорю, Иисус, вот сидел там мальчик 7, 8, 9, 10 лет, смотрел кино. А что ты видел в этом мальчике? и он поделится с тобой. Или я вспоминаю, как мы были двоечниками, э, как меня на педсовет вызывали, как мне дали списать по экзамен, учительница дала списать, лишь бы только я не остался в школе, как меня с училища выгнали, и все это плохо. Мои дети сидят, сейчас учатся в лучшем университете страны, и я когда смотрю на них, думаю, господи, вот это ангелы. И я понимаю, что я не повлиял еще на целый мир пока, но, смотря на то, что на те скромные результаты, которые есть в моей жизни, но которые сверх моих способностей, я понимаю, что Бог может взять ничтожное и сделать его значимым. Помните, по сути, как дети Божьи. Все, здесь ценность не определя, даже не сравнивается. Все. Это самая высота ценности, которая только может быть, даже если мы не достигаем, даже если я ничего не делаю. Я ребенок Божий, ты ребеночек Божий, все, папа любит тебя, все это классно. Но я говорю немножко о другом. Я говорю о том, что он находит интеллектуальное и может помазать это и использовать. Я не говорю, что нам надо быть тупыми. Но я хочу сказать, что Бог заинтересован в том, чтобы делать что-то в твоей жизни сверх твоих способностей, сверх твоих возможностей. Он же сверхъестественный. Если мы говорим, что ты сверхъестественный, а естественных способностей, знаний, ресурсов у меня не хватает, то он придет и сверх всего этого начнет действовать. Я очень сильно хочу тебя попросить вот что. Пожалуйста, узнай у Бога в твоем лице, какой человек живет в этом городе и в этой стране. Попросите Бога, чтобы Он показал вас, вам снаружи. Попросите Иисуса, чтобы Он показал вам вас, как Он вас видит. И понимаете, и здесь... И в этом ты не превозносишься, ты просто познаешь то, кто ты есть. И мне так нравится, что Тиил Осборн, он так много об этом говорил и так утверждал это. И знаете, что он говорил? Величайший муж Божий, наверное, величайший миссионер за всю историю церкви до этого дня апостольский миссионер. Миссионерский апостол, удивительнейший человек. И он говорит о себе: я очень важный человек. Он говорил, я очень нужный человек. Я очень значимый человек. Поймите, разве вы такое не скажете о ваших детках? Леша, скажешь ты такое о Киране, о Сэме, что это очень важные люди? Но ну, даже если они вообще сейчас только какают, писают, едят и разбрасывают игрушки. Это вся ихняя жизнь. Но для тебя они значимые. Понимаете, Бог при любых раскладах называет вас значимыми. Но можешь ли ты увидеть, как Иисус тебя видит. И есть Иисус внутри тебя, и ты понимаешь, что ты Божье посещение для этого города. И если ты только увидишь, для чего тебя Бог также поместил в этот город, в этот район, в этот поселок, в эту страну. Вау! А может быть ты там и единственная надежда на перемены. Я не говорю, что ты, э, ну. Короче, друзья, давайте по-простому. Даже не будем об этом обсуждать. Мы понимаем, что мы не Бог. Чтобы на это не тратить время. Мы с вами все зрелые люди. Но, а может быть, и город-то и будет пока еще страдать, пока ты не поймешь, кто ты, пока ты э, не начнешь делать дела Божьи, пока ты не начнешь думать о себе в соответствии с тем потенциалом с той динамикой, которую Бог вложил в тебя. Слава Господу. И чудотворный Бог здесь. И Он уже делает финансовые чудеса. И Он уже садится в лодку и приглашает тебя в плавание. Аллилуйя. Но как будто бы эта лодка, она просто как бы лодочка открытая, без никак лайнер, и нету боковых стен каюты, и нету сверху ничего. Это жизнь веры, в которую Бог тебя приглашают. Одно из того, друзья, в что я верю, что Бог хочет, чтобы сегодня к нам вернулось, и я записал это, я когда спасся, мы мечтали о многих вещах. И главные наши мечты были преобразить этот мир. Наши мечты были идти и собирать жатву душ, жатву чудес, жатву исцелений, жатву освобождений. Поймите, мечтали о том, чтобы делать великие дела Божии. Почему бы нам не верить сегодня с вами, что что-то особенное такое произойдет в этом эфире? Может быть, на вашем экране появится облако славы Божьей, и вы не будете видеть меня, и все, что вы будете видеть, это сияющее облако или свет. А может быть, ангел Божий вас посетит. А может быть, облачный столб придет в вашу комнату. А может быть у вас появится часть тела, которая отсутствует. Или к вам сверхъестественно придут деньги. Но давайте ожидать таких вещей, которые просто потрясают воображение. Поймите, друзья, я настолько ценю Божье Слово. Мы настолько ценим Божье Слово, но мы взываем на основании Божьего Слова, Господь, мы хотим проявления. Мы хотим удивительные знамения. Разве апостол Павел, вспоминая Духом Святым служение Моисея, он говорит во втором Коринфянам, то прославленное даже не оказывается славным с этой стороны по причине преимущественной последующей славы. То есть поймите, там весь Египет знал силу Божию, там огонь, там море разошлось, там сверхъестественное обеспечение, там ничего нету нормального, я говорю в смысле естественного. Это не просто, понимаете, что мы только в слове. Слово – это начало, но слово, оно не пришло для того, чтобы быть словом, оно пришло, чтобы стать плотью, чтобы мы могли увидеть великого я есть в действии, когда? Сейчас. Дорогие друзья, дайте Богу сегодня, извините, что я скажу неправильное слово, хорошо, дайте Богу сумасшедший запрос. Да, получите исцеление, Бог хочет этого для вас. Получите утешение, Бог хочет этого для вас. Получите легкость в вашу душ, душу, хорошо. Но, друзья, дайте Богу сегодня такой запрос, что после этого запроса вам поможет только вера. Это получить, потому что это так велико. Слава Господу! Он великий Бог. Я, друзья, не хочу нормальной жизни. Я не хочу обычной жизни. Я не хочу посредственной жизни. Я не хочу жизни, в которой ничего не происходит. Я говорю, Бог это не про меня. Послушай. Ты смело можешь сказать Богу вот что. Прямо сейчас. Бог. Я слышал мужа Божьего. Я слышал, какие есть у него переживания. А там я увидел, какие чудеса происходят. А тут я услышал, какие видения люди получают. А тут я услышал, как людей ангелы посещают. А там я смотрю, Иисус, в твоем служении руки и ноги вырастали. А там мертвые воскресали. А в этой книге я читал о таких делах Божьих. А я прочитал автобиографию там, ну, кого там, кого-то из мужей Божьих, а я смотрел служение Катрин Кульман, а это, и ты говоришь Богу, Бог, я не согласен на то, что я слышу о таких чудных проявлениях твоих в жизни других людей. Я не согласен на то, что когда я об этом услышал или увидел, я захотел этого, чтобы этого не иметь. Зачем ты мне тогда вообще это показал? Лучше бы я этого не видел. Но если вы это увидели, поймите, друзья, миллиарды людей, миллиарды людей на планете не видели то, что вы видели. Не слышали то, что вы слышали. Они не видели ни чудес. Они не знают Бога, а вы это уже увидели. Что-то частично вы увидели в своей жизни, конечно же. Что-то вы видели в жизни других людей. Такие проявления, такие истории. Я пророчествую, истории пишутся снова. И я пророчески вижу. Помните, раньше перьевые ручки бывали, такие чернильные ручки. Не, не перьевые, а э, железное такое перо и чернила. Я вижу, Бог держит на листе. Я пророчески вам говорю, я вижу это видение сейчас, и чистый лист, и он готов писать. Вы знаете, что он напишет, то, во что вы верите. Ваша вера двигает рукой Божьей, что он будет писать на этом листе как запрос, как проявление. Ваша вера, во что вы верите Богу. Хорошо, Господь, я сделаю это. Я не хотел этого делать. Вы верите в видение. Я могу провести целый урок, что Бог дает нам видение, образы, как Он говорит с нами. И сегодня Бог дал мне видение. Я имел потрясающее переживание. Оно настолько близкое для меня и святое. И я не отношусь к этому, знаете, что я так легко этим разбрасываюсь. Но Иисус сказал мне сейчас сказать, Вы знаете, у меня было сегодня видение, и я оказался в одном кабинете. Это был кабинет, и я знал, что это кабинет веры. А, и в этом кабинете веры стоял стол, и за столом был кто-то, кто сидел, это был один из ангелов. И сзади была полочка, знаете, как вы приходите на почту, и там в разных полочках лежат разные посылочки. Лежат разные посылочки, и когда вы приходите на почту, вы называете свой номер, и вам выдают. И я знал в этом видении, что тут лежит все, что мне принадлежит. Но я могу взять это верой, а с другой стороны я могу взять верой все, что здесь есть. И я начал провозглашать под помазанием Святого Духа с его подсказкой во что я верю. И я увидел, как эти посылки начали приходить ко мне. И я исповедовал, что касается... Первое, что я говорил, это о спасенных душах, об исцеленных людях, о чудесах, о сп... об исцелении детей, о финансах, о детских домах, о моей семье, о как... как мы хотим прожить. Даже одна посылочка была под названием «Хождение в любви, долголетие жизни». И я высвобождал веру, я высвобождал веру. И это этих все приходило. И потом весь этот стенд, он опуст... Знаешь, был, знаете, был опустошен. И я увидел, а там еще две фуры таких же подарков на подходе. Я уже вроде все назвал, во что я верю Богу. То есть, понимаете, я высвободил ему свою веру, с чем он может работать. И вы сделаете то же самое. Слава Господу. И поймите, Бога, но никак не увидят без того, что будут могущественные проявления в твоей жизни. Могущественные знамения в твоей жизни в сегодняшнем эфире. Это что? А. Uh. Инстаграмовцы, не забывайте, что когда выключится эфир. Uh. Да, мы переключим, и, и просто оставайтесь в Инстаграм, спасибо большое. Я чувствую славу Божью, я чувствую пробуждение судьбы. Скажи сейчас, моя судьба пробуждается, скажи сейчас, моя история пишется, не молчите. Я вижу кого-то в своем духе, рядом с вами ребенок. Может быть, у вашего ребенка темные волосы, темные, э, как это, не черные, а русы, темно русые, темно-русые. Погладьте его по голове, пожалуйста, и скажите, Иисус любит тебя. И если это произошло с вами, и так оно и есть, напишите мне, пожалуйста, в мессенджер. Мне будет приятно получить свидетельство э, того, что, о чем мы э, сейчас говорим. Слава Господу. Аллилуйя, Иисус, мы превозносим Тебя. Иисус, мы любим Тебя. Скажите, моя судьба, она воскресает. Аллилуйя. Помазание веры на этом месте. Я высвобожу это помазание. Я высвобожу это помазание веры. Это помазание некоторым из вас. Не всем, но некоторым из вас оно передаст. То есть оно, лучше так, оно взагреет вас. Понимаете, я могу передавать помазание, но я не могу передавать дары. Дары Духа Святого, они уже в вас. Но это помазание, оно взагреет внутри вас дар веры. Но для всех остальных это помазание, которое взагреет просто вашу веру. Потому что вам, вам казалось уже, может быть, вера, как казалось, уже такой немножко потускневшей. Или вы держались из последних сил. Но помазание и приходит для того, чтобы дать нам свежие силы. И вы понимаете, я могу подтвердить это, потому что когда Библия говорит, что Бог... Леша, я думаю, что чудотворение из твоей жизни и прогрессия. Когда Бог сказал, что Он каждому дал меру веры, а как Он это сделал? Понимаете, Бог ничего не делает без помазания. Потому что именно помазание, оно поместило Его веру в нас. Понимаете? Он передал это нам. Точно так же, как он исцеление передавал через помазание, чудеса передавал через помазание, свое слово он передавал через помазание, откровение он доносит через помазание. Помазание оно во всем. И также приходит помазание. Свежий ли взбодрить тебя в вере? И он говорит, не сдавайся, потому что ты получишь то, во что ты верил. И Господь говорит, я не планировал использовать разные ситуации и штормы, чтобы закалять твою веру. Господь говорит, единственное, что закаляет твою веру, это познание меня через мое слово и через то, что я говорю тебе лично. Но я позволил твоей вере пройти через этот шторм, уповая на то, что в тебе есть вера, которая может разобраться с любым штормом. Ты спросишь меня, говорит Господь, Господь, на что ты полагаешься во мне и полагался во мне, когда призвал меня переправиться на тот берег? И Господь говорит, я полагался в тебе на в силу веры, и я полагался и надеялся на то, что ты будешь ее использовать. Вот почему Господь говорит, я спросил у апостолов, где ваша вера? И когда я ложился спать, я понимал, что их веры достаточно разобраться с этим штормом. Но они вложили свой разум в шторм вместо того, чтобы подчинить свой разум силе веры и высвобождая веру, задействуя веру, которая побеждает все. Верой были сотворены миры. Верой был воскрешен Иисус. Верой вы были рождены свыше ваша вера принесет победу в вашей жизни. 1 Иоанна 5.4 написано, что вера, победившая этот мир, ой, победа, победившая мир, вера ваша. И Господь говорит, нет ничего в этом мире, с чем твоя вера не может справиться. Аллилуйя. И я слышу, Господь говорит, расширьте вашу веру на то, что вы сможете проповедовать большему количеству людей. Ты скажешь, я не проповедник, я не служитель. Господь говорит, вера квалифицирует. Потому что если у тебя есть это желание, оно в тебе не случайно, твое желание проповедовать многим людям, соединяясь с верой, приведет тебя к желаемому результату. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя. Уже чудеса происходят в этом мире. Уже чудеса происходят в вашем городе. Уже чудеса происходят в вашей жизни. Уже чудеса происходят в этом эфире. Я вижу, что Бог поднимает вас. Это похоже на то, что Он поднимает вас выше, чтобы вы могли увидеть дальше. И Он задает вопрос, что ты видишь? Или с другой стороны, что ты решил для себя, что ты будешь видеть. Аллилуйя. Аллилуйя. Или кто и что говорит тебе, на что тебе смотреть. Или что отпленяет твой взгляд или отвлекает твой взгляд. И Бог говорит, увидь, как я вижу. И невозможное станет для тебя обычным. Говорит Господь. Друзья, я молюсь, чтобы вы сейчас ощущали то, что ощущаю я. Я такое помазание ощущаю. Я ощущаю сегодня электроэнергию божественную, божественное помазание. Оно пришло, чтобы соединиться с Твоей смелостью, которая выразится в мечте. И я молюсь сейчас за вас, чтобы вы позволили мечте быть в вашем сердце. Мечтайте о великих делах Божьих. В эфире даже есть люди, потому что Бог мне показывает, есть человек, который может построить завод. Я не знаю, кто будет смотреть этот в эфир, потом в YouTube, в записи. Но есть человек, и Бог может вам помочь построить завод. Причем на ровном месте. Фактически я услышал такое слово ⁇ на голом месте ⁇ Это такой сленг. Аллилуйя. Господь говорит, я помогу тебе с документами, связанными с твоей квартирой. Бог мне показывает человека, который пользуется чайной ложкой, и эта чайная ложка, она очень старая, но она ваша любимая. И фактически даже бывают моменты, когда вы уже залили чай, кипяток, либо вы пьете чай, оставляя ложку в чашке, либо она какое-то долгое время лежит там, может быть, охлаждая ваш чай, но она задерживается. И Господь говорит, я пишу новую историю в твоей жизни. Если это про вас, напишите мне в мессенджер, пожалуйста. Может быть, это не один человек. Когда я делал пророческие эфиры в Инстаграм, Бог нам такие детали рассказывал. И Бог даже рассказывал, показывал мне, у кого какие сережки, у кого какая тушь у кого какой номер квартиры или телефона и мы у кого какая посуда и мы удивительные вещи слышали но я не делал пророческих эфиров в фейсбуке но мы сделаем но то что сейчас бог говорит это пророчески аллилуйя и вот человек у которого старая ложка и вы постоянно пьете чай оставляя ее или задерживая господь говорит что Он восстанавливает вашу судьбу. И вы необычный человек. Или лучше так я вижу необычное призвание на вашей жизни, необычное помазание на вашей жизни. И мы благословляем вас. И мы все в эфире хотим вам сказать, что мы любим вас, и, вы нуждаем, и мы нуждаемся в вас. Вы на какое-то время отступили от той судьбы, которую Бог приготовил для вас. И Бог говорит: возвращайтесь в Божью судьбу. И мы вам говорим: возвращайтесь в Божью судьбу. Аллилуйя. Бог мне показывает. Я надеюсь, вы верите в пророческое помазание. У меня сейчас нет времени обучать вас пророческому помазанию, но я вижу. Бог мне показывает глубокую тарелку, и в этой тарелке есть трещина. И вы почему-то продолжаете пользоваться этой тарелкой. И вы ее не выбросили. И трещина, она не маленькая, это большая трещина, вплоть до середины тарелки. Но она не, не такая, что вы не можете, ну, не можете не пользоваться этой тарелкой. И, и, может быть, у вас есть фотография, пришлите мне в мессенджер, пожалуйста. И, и, не чуть-чуть там большая полоса. И Господь говорит, что Он обновляет вашу жизнь. И Он сделает так, что старая тарелка вашей жизни, она будет выброшена, и Бог даст вам новую. Я сейчас говорю не о самой тарелке, а о вашем образе жизни. И старая будет выброшена, и Он поставит новое. И Он сам нальет свою небесную пищу в эту тарелку, чтобы вы вкушали из нее. Прямо сейчас пришло исцеляющее помазание. Я обожаю исцеляющее помазание. Чаще всего в эфирах я двигаюсь верой. Но сейчас, прямо сейчас, одну, 10 секунд назад, пришло исцеляющее помазание. Я вижу в эфире минимум 10 человек, которые попросят у Бога феноменальное служение исцелением. И даже если вы останетесь работать на своей обычной работе, но те исцеления, которые будут через вас, это будет просто божественный феномен. Люди, которые, также я вижу молодых людей, которые смотрят эфир в инстаграме. Бог призывает тебя. И Бог говорит тем, кто смотрит инстаграм. Встретимся на просторах молитвы. Бог вас встретит там. Это для, я вижу сейчас это для кого-то в инстаграм. Друзья, если вас благословляет этот эфир, поделитесь, пожалуйста, им. Слава Господу. А, проблема с яичниками. А, Господь исцеляет. Прошу прощения, проблемы также с маткой. У кого есть проблемы с маткой, Господь исцеляет вас. А, есть молодая девушка или вас несколько, у вас проблемы с яичниками. Господь исцеляет вас. Есть также... А, женщины, девушки, у вас проблема с грудью, какие-то проблемы с грудью, Господь исцеляет вас. А есть также мужчина, у вас проблемы по-мужски, Господь исцеляет вас. Вы скажете, Богдан, а как мне принять исцеление? Вы принимаете это, говоря, вы говорите, Господь, Спасибо тебе, я принимаю мое исцеление, и я считаю себя здоровым, и я больше никогда не буду говорить, что я болен. Я прямо сейчас получил мое исцеление. Слава Господу. А проблема глаз, она уходит. Бог показывает мне человека, который недавно прикладывал либо вату, либо бинт, который макал в чай и прикладывал к своим глазам потому что у вас проблемы с глазами, и вам приходилось, может быть, это конъюнктивит был, может быть, это какая-то другая проблема или усталость глаз, и вам посоветовали делать такие компрессики, ища, обмакивая бинтик ватку в чай, и Господь говорит, что Он исцеляет ваше зрение прямо сейчас. У кого-то, то, что Бог мне показывает. И, друзья, если я не называю вашу болезнь, пожалуйста, принимайте исцеление уже прямо сейчас. Призовите это исцеление. Ангелы исцеления трудятся сейчас. Сейчас около 25 ангелов трудятся э, в этом эфире для распространения того исцеления. Они не источники, но они участвуют. И это не говорит, что они только в 25 местах. Они могут быть одновременно, но, нет, они, 20, да, извините, 25 мест. Но минимум 25 ангелов трудятся сейчас также с исцелением. Могу по Библии это доказать. Но смотрите, призовите ваше исцеление прямо сейчас. Потому что Иисус ваш целитель. Не моя молитва исцеляет вас. Иисус исцеляет вас. Да, Он использует молитву, Он использует мои слова. Но здесь сейчас потрясающее исцеляющее помазание. А знаете, почему оно проявилось? То, что Бог мне прямо сейчас показывает. Вы почтили Бога, вы почтили Божье Слово, и вы сейчас в эфире, и вы открыты для Бога. То, то есть Бог мне показывает сейчас ваши сердца и они почтительно относятся ко всему тому что происходит в эфире и вы не позволили ваше почтение запачкать сомнениями или почему не произошло чудо э, какое-то время или теми трудностями с которыми вы столкнулись и все это оно разочарование и сомнение вы не пустили это на территорию вашего почтения к Богу, к Его Слову и к служителю, который вам сегодня служит. Это то, что Бог мне показывает. И на территории почтения исцеление чудеса происходят вот так. Там, там уже ничего не мешает. Единственное место, где не дали возможность проявиться ни Иисусу, ни Его словам, ни помазанию, которое было на Нем, это то место, где Его не почтили, о чем Он сам сказал. Но то, где есть почтение, там нет преград для получения вашего чуда. И я говорю, еще чудеса, еще чудеса, еще чудеса, больше чудес. Я приказываю вашему телу исцелиться. У кого-то есть ребенок или знакомый, и у него проблемы, находящиеся между ухом и челюстью. Может быть это либо опухоль, либо выгнутая челюсть. Но я конкретно не вижу, что это, но проблемы между ухом и челюстью. И это заметная проблема. И Господь убирает это прямо сейчас. Если вы знаете такого ребенка, возложите на него руки. И я приказываю корням этой болезни. Я просто искореняю это с его челюсти, от уха до челюсти. Я просто искореняю это прямо сейчас, во имя Иисуса Христа. Болезни по женски уходят прямо сейчас. Судьба воскрешает. Примите судьбу Божью. Согласитесь на судьбу Божью. Даже если вы не знаете, в чем она, скажите, Господь, я согласен. Аллилуйя. И сейчас просто принимайте. Принимайте дары от Бога. Принимайте исцеление от Бога. И Иисус это уже раздает. Уже даже просить не надо, просто принимайте. Принимайте по вере. А вера всегда считает это совершенным что это произошло. Я хочу попросить вас, если в вашем теле произошли перемены сейчас, стало легче в какой-то части тела, пожалуйста, напишите. Ребята, которые в Инстаграме там есть проблема, что Инстаграм не сохраняет комменты. Если в Инстаграме вы прямо сейчас получили исцеление, напишите мне в личное сообщение в Инстаграме. Очень важно свидетельствовать, чтобы не потерять свое чудо, не потерять то, что Бог вам дал. Очень важно высвободить свидетельство и если вы получили исцеление, не пишите это вере, напишите, я получил или получила исцеление вот в этом. В этой части тела мне стало намного легче, прошла боль, легче стало дышать, вернулся запах температура восстановилась во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Господь, что исцеление разливается большим потоком, большим потоком. На следующей неделе Бог дает мне слово. Какой-то пророческий эфир сегодня. Я вижу двух ангелов, которые идут а, с конвертами, большие белые конверты. Кто-то из вас на этой неделе получит какие-то хорошие новости, хорошее извещение, а, какую-то информацию, какой-то ответ какое-то решение на этой неделе эти ангелы Божьи пришли дать вам ответ. Вы продолжали смотреть на Господа, вы ожидали ответ, у вас был вопрос, у вас был запрос. И вы просто смиренно ждали, вы ждали, как маленький ребенок. Вы просто сидели и ждали. Господь, я жду, я жду, я жду. Я просто вижу, что ваш дух, ваше сердце было, как сердце ребенка, которое сидело и ждало, и надеялось на Господа, и все показывало, что ответ не будет. Я вижу, что ангелы приносят послание. Может быть, вы получите слово от Господа. Может быть, вы получите какое-то откровение или учение, которое вам нужно было. Или какая-то информация, которая будет ответом для вашего разума, для ваших мыслей. Потому что ответы есть для тела, но есть ответы для вашей души, и они не менее важные и они нужные, а иногда они даже для продвижения не то чтобы важнее, но исцеление не заменит того, что получают ваши мысли, а ваши мысли, конечно, не заменят того, что нужно для исцеления. Инстаграм, дорогие ребятки в Инстаграме, пожалуйста, перед, подключитесь сейчас еще в эфир и пишите мне свидетельство, в Инстаграм сейчас перепостится. Отец Небесный, мы поклоняемся тебе. Давайте мы минуту будем поклоняться, помазание здесь. Я молюсь, Отец, чтобы каждый человек в эфире, он согласился с тем, что он очень важный человек. Я прошу, Отец, чтобы каждый человек в эфире согласился с тем, что это нужный человек. Я прошу Тебя, Господь, чтобы каждый человек в эфире увидел, что если Ты в нем, то этот человек для города является ответом. Аллилуйя. Пусть каждый человек в эфире увидит свою нужность и необходимость. Аллилуйя вы очень нужный человек. Скажи, я очень нужный человек. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. А колени исцеляются. Пожилая женщина, у вас проблемы с грудью и у вас проблемы с сердцем. Или также, и также проблема под грудью. Господь исцеляет вас. Рак уходит сейчас. У кого-то есть опухоли, они уходят. У кого-то есть открытая рана. Может быть открытая рана и там опухоль. Или вы знаете человека в больнице, у которого есть открытая. Рано, пожалуйста, отнесите им этот эфир, или же этот момент молитвы, или сами возложите на него руки. Господь убирает опухоль, Господь убирает открытую рану. Я вижу, Бог сейчас рассасывает шрамы. Шрамы рассасываются. На прошлой неделе у одной женщины шрам начал рассасываться. Это очень сильно. У одной девочки я выставлял видео на молодежной конференции, я проповедовал и молился, у нее было 100 шрамов от порезов. 100 шрамов, они исчезли. У меня есть это видео на YouTube-канале. Ее кожа чистая. Шрамы рассасывают от аппендицита, от кесарево сечения, другого рода шрамы, килоидные рубцы. Я приказываю вам исчезнуть. Мы вырываем это силой Божьей. Друзья, такое потрясающее помазание исцеления сейчас. Также я вижу, что у кого-то есть проблемы с сосудами головного мозга, и там есть закупорочки, как такие маленькие-маленькие тромбики. Что-то мешает свободной циркуляции крови. Это прочищается сейчас ваш мозг обновляется. также ваш разум обновляется. опять я, я слышу Бог говорит проблемы у женщин связанные с болезнями груди вы исцеляетесь что-то засыхает на вашей груди и это отшалушится потом. это пройдет, это чистится и у вас будет чистенькая кожа на вашей груди. Область топы, области пятки исцеляются прямо сейчас. Я приказываю вашему телу исцелиться. Область печени и поясницы. Исцелитесь. Рассеянный склероз, уйди. Аутизм, уйди. Я приказываю вашему мозгу восстановиться. Я приказываю вашей крови исцелиться. Лейкоз, убирайся прочь во имя Иисуса Христа. Бесплодие, убирайся прочь, восстановление отношений с детьми. Ваши дети будут очень сильно вас любить. Так сильно, так сильно. Это будет не меньше того, как вы любите ваших детей. А иногда вам покажется, что они даже сильнее нас, вас начали любить, даже чем вы их. Я просто то, что я вижу, то я и говорю. Не потому, что вы меньше любите своих детей, но может быть потому, что вы немножко устали от безответной любви и Бог сделает явное чудо. Я услышал такое слово, я приму его для себя. Бог даст три финансовых знамения вам. Это будет три знамения. Я не знаю, как они выразятся. Не обязательно, что это будут колоссальные суммы. Я не знаю, что это будет, но Бог вам даст три финансовых знамения. И этим Он хочет показать вам, что есть для вас путь, как двигаться в финансовой сфере, потому что кто-то из вас призван быть человеком, на котором есть помазание для финансового преуспевания, и Бог хочет благословить вас сильно и сделать вас каналом, через который Он сможет благословлять свое царство финансами через вас по водительству Святым Духом финансовая судьба будет соответствовать вашей судьбе по рождению детей Божьих. Примите это прямо сейчас. Глухие уши открываются прямо сейчас. Пробки из ушей выходят прямо сейчас. Бог показывает мне, скорее всего, что это девчонка. У вас, у тебя проблемы в ухе из-за того, что была серьга, было проколото ухо но либо не зажило, либо загнается. Какая-то проблема после того, что ухо было проколото, и Господь исцеляет тебя. О, это затягивается. Это еще поболит несколько дней, но это в итоге затягивается, и проблемы не будет. И обязательно напиши мне в мессенджер, что это произошло с тобой, и мы прославим Господа. Я вижу что помазание исцеления высвобождается на народы. Друзья, несколько дней назад я делал эфир, и было пророческое слово о том, что Бог сейчас изливает на своих людей помазание исцеления и чудес без меры. Оно есть у меня в YouTube-канале, посмотрите, оно так и называется «Пророческое слово». И там 45 я минут пророчествовал о помазании исцеления, без меры, которое Бог изливает. Но я вижу помазание исцеления в народах. И мы увидим Иисуса действующим таким, как мы видим Его в Новом Завете. О, Господь! И вы помазаны на исцеление. Скажи, я помазан на исцеление. Скажи, я отдаю себя тому, чтобы служить этим исцелением. У кого-то есть проблема косточки в пятке. Господь исцеляет вас. Там что-то разрушалось. Может быть, даже сама кость начала подгнивать. Господь исцеляет вас прямо сейчас. Господь, прикоснись. У кого-то есть диабет, и было подозрение, что вам могут ампутировать ноги или ногу. Я запрещаю этому страху, и я приказываю вашей крови восстановиться, исцелиться и диабету уйти. На, прошлом, на позапрошлом эфире женщина исцелилась от диабета, и кровь пришла в норму, они проверили это у врачей, и все в порядке Господь исцелил. Отец, я благодарю тебя, что происходит много исцелений, связанными с головным мозгом, сосудами, с памятью. Даже речевой отдел исцеляется прямо сейчас ваши легкие были повреждены, они сейчас исцеляются. У вас было и либо удалено ребро, либо сломано, либо есть проблема с ребром, Господь исцеляет вас. Он обновляет ваше ребро прямо сейчас. Если там не было ребра, Понажимайте себя, пожалуйста. Если оно там появилось сейчас, напишите сейчас свидетельство. Если это появится чуть позже, обязательно пишите. А, проблемы с селезенкой. Если была удалена селезенка, я молюсь, Господь исцели человека, исцели эту селезенку. Но в одном городе Иисус дал новую селезенку человеку мгновенно. И я прошу, сделай это снова надпочечники, проблемы с надпочечниками, Господь исцеляет. А есть какие-то проблемы с почками, и на почках появились наросты. Что-то покрылось, по-моему, сверху вашей почки. Я вижу такую коричневую, неприятную поверхность, появившуюся на ваших почках. Я не знаю, что это такое, но я приказываю этому исчезнуть сверхъестественной силой Божьей. Я говорю, положите вашу руку туда, где есть боль у меня сейчас есть особенное обращение к этой болезни. Я так еще не обращался на то, что Бог мне дал сейчас. Положили руку туда, где есть боль? Окей. Okay. Я обращаюсь к этой немощи болезни в твоем теле, как сверхъестественный Божий человек, наделенный властью и силой Божьей, основанной на Писании, как слуга Господа, как человек, который связан с небесами, небесный человек и господствующий над духом немощи болезни, над болезнью, что бы это ни было, над затвердениями в вашем теле, какие-то затвердения, кисты, что бы это ни было. Я приказываю сверхъестественно, сверхъестественному высвобождению и удалению этой болезни, и причины этой болезни, и главное, духу немощи и болезни, который удерживал от вас исцеление, который всегда приносил эту болезнь. Я приказываю тебе, убирайся прочь от этих людей сейчас. Сверхъестественное высвобождение в вашу жизнь. Высвобождение Иисуса. Он с вами и он высвобождает свое действие. я не высвобождаю Иисуса, но я говорю, что он высвобождает сейчас свое действие ваше тело прямо сейчас. Сверхъестественное произошло, даже если ты не понимаешь, даже если ты не чувствуешь, я вижу людей, которые, которых обволакивает сейчас Божье присутствие. Аллилуйя ваше исцеление произошло прямо сейчас. Поднимите ваши руки, Господу, уже не надо просить, уже не просите. Скажите, Господь, я благодарю Тебя, что Ты исцелил меня. Скажите, Господь, я сижу сейчас перед Тобой или стою, и мои колени сгибаются хорошо. Я благодарю Тебя, Иисус, я почитаю Тебя моей верой, и я приня... почитаю Тебя принятием, и я считаю себя абсолютно здоровым человеком. Скажите эти слова, сильным и здоровым кого-то у кого-то кого обновляются внутренние силы просто жизненные внутренние силы внутренняя энергия и и вы будете ощущать себя молодым человеком или молодой девушкой не по возрасту в Иова написано мое тело будет свежее чем в молодости прославляйте друзья прославляйте его сейчас одну минуту не проверяйте ваше тело хорошо не думайте сейчас о вашем теле просто минуту прославляем его Потому что эти исцеления, эти чудеса, они через поклонение сейчас укореняются в вашем теле, утверждаются в вашем теле. Я вижу, как, о, я вижу это, друзья, я вижу, как ангелы разбрасывают сейчас, высвобождают части тела, новые. Даже если у вас есть почки, они дают новые. Прямо сейчас попросите у Бога ну, обновление вашего, эм, вашей части тела. Господь, обнови мою щитовидку, дай мне новую щитовидку. Или дай мне новые глаза, дай мне новые почки, дай мне новую селезенку, дай мне новую печень, дай мне новая коленка, дай мне новые суставы. Что бы это ни было, дай мне новое ребро, дай мне новые легкие. Я вижу, друзья, я вижу, высвобож... ангелы просто высвобождают сейчас, раздают новые части тела. Я вижу новые части тела для младенцев. Если у вас есть знакомые, или в ближайшее время вы узнаете, что есть младенцы, которые нуждаются в новых частях тела, пожалуйста, помолитесь за них и прикажите этим частям тела появиться у них. И потом обязательно напишите им мне. Я милостью Божией прошу вас, чтобы вы писали свидетельства либо в YouTube, либо в Instagram, в Messenger, либо в Facebook под этим эфиром, либо в Facebook в мой Messenger. Пожалуйста, пишите ваши свидетельства. Прославьте вашего Господа этим. И этим вы укорените ваши чудеса. Исцеление младенцев дается нам. Я пообещал Богу, что я никогда не откажу ни одному ребенку, который болен раком. Именно, именно это. Потому что люди пишут, что ты всем, про всех детей так сказал. Я, нет, я сказал это конкретно про деток больных раком. Хотя я стараюсь за всех деток молиться. Не за всех, правда, успеваю всем ответить в мессенджере, но я молюсь. Я хочу вам сказать, друзья, что даже если я не ответил вам в мессенджер, знайте, я молюсь. Я молюсь каждый день за всех людей, которые пишут мне. И я знаю, что Бог отвечает. Мы благодарим тебя. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Скажите, я принимаю мою новую часть тела прямо сейчас во имя, во имя Иисуса Христа. Мы любим Тебя, наш драгоценный Господь. Мы любим Тебя, наш драгоценный Господь. Превозносим Тебя. Превозносим Тебя. Аллилуйя, спасибо Тебе. Если я хочу а, такую просьбу попросить. Ну, те, кто в Инстаграме, если вы видите, сколько сейчас людей смотрит в Инстаграме, напишите мне, пожалуйста. А, Леша видит, хорошо. Ну, просто там нам для технически надо некоторые вещи. А теперь, друзья, сделайте ваши руки так. Помазание высвобождается, угли Божьи высвобождаются, жар Божий, такой жаркий ветер Божий высвобождается. Я вижу, что присутствие Господа, оно сходит на вас. Сам Иисус сходит на вас прямо сейчас. Сейчас не думайте о вашем теле, пожалуйста. Не думайте о вашей нужде. Он больше всего этого. Позвольте Иисусу сойти на вас, проявить себя, излить помазание на вас. Я хочу попросить вас буквально на 30 секунд закройте ваши глаза. Сделайте ваши руки вот так вот. Господь Иисус, спасибо Тебе. Спасибо за высвобождение небесного в нашей жизни. Спасибо Тебе, что Ты так реален сейчас с каждым человеком в эфире. Там, где они есть, я прошу Тебя, прикоснись к ним. Я благодарю тебя, что люди настолько удивлены тем, как они тебя сильно сейчас переживают. Кто-то переживает жар, холод, прохладный ветер, электричество, энергию на руках. Что бы это ни было, ты исцеляешь их с головы до пят. Ты обновляешь их тела, и их тела славные, целостные. Ребра появляются прямо сейчас. Руки и ноги появляются сейчас наружные части тела появляются сейчас, которые были удалены. Созидательные чудеса. Новые органы появляются. Удаленные органы появляются. Потому что ты пообещал сохранить наши тела в целости. Иисус, сойди на каждого человека там, где они есть. Аллилуйя! Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Из всех городов, где мы сейчас находимся, мы говорим Тебе, Иисус, что мы любим Тебя. Мы любим ближнего Своего. Мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты сегодня запускаешь нашу судьбу в действие что ты исцелил нас сейчас, что ты касаешься наших детей, что в этом эфире невозможное становится возможным. Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе. Ты чудный, ты я есть. Будь сегодня Иисус для каждого в эфире тем, кем им нужно. И не только нужно, но тем, о чем они мечтают, тем, чего они хотят. Я прошу, чтобы ты давал людям дома, машины, деньги, имущество. Но также я молюсь, чтобы они мечтали исцелять больных, делать чудеса с тобой и проповедовать Евангелие. Мы говорим еще больше чудес. Друзья, Иисус здесь. Облако Божье здесь. Я вижу облако Божье. Иисус здесь. Слава Божья. Вы знаете, такое тяжелое, тяжелое Божье присутствие. Может быть, вы напишите что в эфи, э, потом после эфира, что вы переживали. Мне, мне будет ну, просто интересно. Это вас не обязывает. Друзья, если вы почувствовали, что вы исцелились, прямо сейчас напишите в эфире. Воздайте славу Господу, не потеряйте ваше чудо. Я видел, как люди теряют чудеса, думая, что это неважно, и не свидетельствовали. Если произойдет что-то завтра, послезавтра, напишите либо в этом эфире, под эфиром, либо в мессенджер мне напишите. Что-то особенное высвобождается на этой неделе, которая будет. Я просто провозглашаю особенное высвобождение на этой неделе в вашей судьбе в вашей работе, новости какие-то, что бы это ни было, в вашем призвании, в ваших ситуациях, что-то на этой неделе высвобождается, не забудьте мне написать. Аллилуйя. Опять вижу эту старую ложку. Бог благословит этого человека во имя Иисуса. Дорогие друзья, что я хочу вам сказать. Подпишитесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал. Ставьте колокольчик, чтобы вам было извещение. Могу ли я вас попросить поделиться этим видео, этим эфиром, помазанием здесь, и это послужит другим людям? Это вас не обязывает. Но я был бы вам очень благодарен. Благодарю за свидетельство. И если вы захотите поучаствовать в том, чтобы мы могли сделать студию, приобрести все, что нам нужно молитесь за это, пожалуйста, это главное, молитесь, но если ваше сердце будет расположено, а поучаствовать в финансово в этом, напишите мне, мы вам скажем, как это можно сделать. В этом месяце будет еще минимум два эфира, в следующую субботу и воскресенье, и это будет чудесно, подключайтесь, пожалуйста, подключайте других людей, и пишите, что происходит в вашей жизни, какие чудеса вы получили. Спасибо большое, что вы были в этом эфире. Иисус вас любит. Что-то особенное произойдет на этой неделе. Еще больше чудес. Вы слишком хороший. Бог хорошего мнения о вас. Вперед, Иисус!